Ну, я бы хотел, чтобы уделили больше внимания и более привилегированное отношение к коренным жителям этой страны. Людям, которые здесь родились, являются, так сказать, центром генотипа этой нации, достоинством. Чтобы правительство встало на охрану этих людей и защищало интересы абсолютно, независимо от доходов и социального уровня. Я бы хотел, чтобы в нашей стране появилось больше не то что дисциплины, нельзя так сказать, больше порядка, больше внутреннего порядка в людях, но чтобы это ни в коем случае не ударило по демократии и творческому, вот именно творческому таланту этого народа, потому что очень много замечательных вещей на Земле придумали именно россияне, но потом почему-то они оказались не в нашей стране. Я думаю, что при сохранении спонтанного творчества нашей удалой души нам немножечко порядка может и взять пример с некоторых европейских стран. Но самим, а не тащить сюда их.